Макеты коров появились на трассах Кустанайской области. Первые 9 из них уже начали устанавливать в одном из районов региона. Каждый макет обошелся в 85 тысяч тенге. Ставит их предприятие, которое отвечает за содержание трассы. Рисунки коров в натуральную величину обошлись в 765 тысяч тенге. Однако полицейские считают, что затраты невелики по сравнению с ущербом от столкновения автомобилей со скотом. Дело в том, что в прошлом году на дорогах региона было совершено 47 подобных ДТП. Это 12% от общего числа аварий. Одно столкновение с лошадью закончилось смертью водителя и пассажира. В планах установить такие макеты в каждом районе области, где проходит активный выпас скота. Ну, макеты, они же у нас не будут стационарными. Мы его сегодня можем поставить на участке дороги, там, допустим, там, на 5-м километре. Через неделю перенести его на 12 километр, чтобы действительно водители были бдительны. Они имеют светоотражающие элементы, то есть в ночное время, если освещаешь, видно, что на обочине находится домашнее животное.